Салам алейкум, здравствуйте всем. Сегодня на обзоре у нас тема по ключам. Приехал в такой автомобиль Toyota Crown. Вообще, честно говоря, в восторге, в идеальнейшем состоянии. Просто редко такие автомобили увидишь. Вот. И человек хочет поставить автозапуск, соответственно, два варианта. Либо ключ оставляет в замке зажигания постоянно. Вот так вот. Либо уже нужно делать отдельно транспондер и наставить на дополнительную сигнализацию через обходчик. Что мы сейчас и будем делать? Транспондер под этот ключик. Так, продолжение нашего видео. Специально разобрал для вас ключ, чтобы вы убедились, что автомобиль заводится. Вот у нас внутрянка вся, в которой находится транспондер, родной, скажем так. Вот, вставляем вот здесь его ключ. Вот, да, вот ключик. И вот теперь снимаем сейчас. Как вы можете видеть, автомобиль не завелся. Теперь я беру в руку вот эту семечку, прикладываю семечку сюда. Так, блин, как-то неудобно. Надо положить его внутрь было. Вот. И сейчас я не уроню. Вроде не уронил. Пожалуйста. Автомобиль завелся. Так что, если кому нужны ключи или транспондеры, обращайтесь, ставим лайки, подписываемся.